Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем с вами постройку нашего поселения. По поводу погреба. Вот Фир как раз слезет с погреба. Покажите мне погреб. Вот так вот у нас выглядит. То есть вот у нас заход. Погреб. Спуск. Вот так вот он выглядит. Ниже идет спуск по лестнице. И стоит дверь. И сейчас здесь будем делать пол, соответственно. Потом поставим какие-то, думаю, что полочки, возможно. Вот такие вот. В принципе, будет более удобно. Плюс еще вот здесь, я думаю, мы поставим тоже ряд полок. Вот так вот. Пока что. И вот с этой стороны. С деревом у нас проблем вроде бы нет. Тут на складе тоже сделаем несколько полок. Посмотрим, как это все будет выглядеть у нас в дальнейшем. Так, спите, значит, все хорошо. Стол для карт я исследовал. Стол для карт будет там он большой, кстати, падла. Пока что можно поставить его просто вот так. Стол для карт. Ну и пока что на этом все, наверное, да? Скорее всего, да. Стойки для оружия сделаем на военном складе. Что-то я об этом не подумал. Сразу вот так. И будет побольше места таким образом у нас. Не знаю, будет это удобно или нет. Но пока все идет хорошо. И да, огородил по периметру я. Все. Камень. Ну и, соответственно, нам надо известняка дофига. Тут не доделал, потому что тут за стену нам выйти надо. А чтобы выйти за стену, там у нас красная территория. Там уже как бы будет сложно, наверное, разбирать. Хотя, по идее, выйти-то он может, да? Насколько я понимаю. Так что из блоков вот так вот сделаем. Так, проснулись. Фир бегает, делает. Молодец. Дальше давайте смотреть, что нам надо исследовать. Пчеловодство мы исследовали. Вот что нам надо. А, пчеловодство. Я про него и забыл. Место для каравана. Поселенцы собираются в этом месте, ожидая прибытия или отправления каравана. Ну, пока что, я думаю, не надо. Тут ловушка новая. А где у нас улей? Явно не в огороде. А, вот у нас улей. И кузница обычная у нас появилась. Также я забыл тоже про нее. Давайте кузницу на улице поставим. А ульи у нас возле огорода. Где-то вот здесь, наверное, будут пока что. 5 ульев, я думаю, будет достаточно. Тут у нас что? Капуста растет. Камни делаются. Но не так быстро, как хотелось бы. Да, здесь я поставил вот ковыряться вниз. Сейчас они проковыряются. И поставим туда лестницу. Вот таким вот образом. Пусть развлекаются. И вот здесь надо что-то решить по поводу вот этой вот лестницы. Скорее всего, мы сделаем просто где-нибудь вот здесь лестницу. Вот так.
И вот так. Сейчас снесут, а здесь просто застроим все. Или даже нет, даже не так. Знаете, как лучше сделать? А, наверное, будет более логично сделать, например, вот так. Вот так. И лестницу тоже сделать из известняка. Вот так с одной стороны. И вот так с другой. А по цене в чем разница? Давайте посмотрим. Из известняка 45, из блоков 45 кирпичей. Ну, блин, мы же красоту тут, да, убиваемся. Так что давайте вот так сделаем. Дружеский визит. Ну, пока нам это не интересно. Я же вам говорил, ребята. Можете даже не приходить. Военное дело. Ловушка из дерева. Ну, кстати, ловушки можно поставить по-хорошему. Они у нас сюда нападают. Что нам на нее надо? 25 дерева? А, механические детали. Механические детали мы пока не можем делать. Так что извините. Ловушек пока не бывает ловушкам. Только если такие с кольями. С кольями можем делать, не вопрос. Блин, они не ставятся нормально. Вот так вот сделаем. Что с музыкой, блин? Музыка прям подзаикивается. Чтобы все попереубивались нахрен, когда придут к нам. Это их будет задерживать, соответственно. А нам это и надо, правильно? Животные голодны. А пора бы уже забивать, наверное, да? Мужчина. Два у нас мужчины. Хочет есть, производит. Иди-ка. Наполнять. Наполнишь? Наполнишь, молодец. Пусть едят. Я тут сдохну с голоду. Нам этого не надо. Так, смотрим, что у нас по погребу. Ну, уже почти все готово. Нам надо под грязь где-то сделать... Где это сделать? Где-то вот здесь, наверное, сделаем. Или возле свалки. Почему бы и нет? Склад просто... Свалка, в принципе. Вот так. И хранится тут будет только грязь. Ее можно вообще хранить? Ингредиенты нет. Грязь. Туши нет. Отходы нет. Так, вам лестницу не построили, да? Пир. Здесь построили. То тут проблема у ребят. Они слезли, но залезть тупят не могут. Где Фир-то? Бежишь уже? Да, бежит.
Жители голодают опять. Да вы серьезно? Ну давайте. Рыбачить. О, рыбка пошла. Вот так пока что. Хватит вам поесть. Так, эти вылезли, все хорошо. С этим мы разобрались, но много чего не построено. Кошка. Кошку надо поймать. Кошка пригодится нам. 100 надо кирпичей. Ну да, сложновато. Капуста. Что у нас с капустой? Ну, она, видимо, не выросла еще, да? Я странная какая-то капуста. Она ни на что не похожа. Так, уголь у нас есть постоянно. Это не может не радовать. А на рыбалку кто-нибудь пошел? Давай. Рыбалку. Клеменция развлекается. Давай на рыбалку. Теобальд отдыхает. Давай на рыбалку. И плюс в исследованиях. Ферментация мы поставили. Консервирование. Есть. Резьба по камню не нужна. Защитные сооружения пока что нет. Мебель. Кровать. Сундук, свечи, мебель открываем. Кулинарное дело. 30 книг. Вот нам что надо. Кулинарное дело, в первую очередь. Давайте, чтобы с голодухи не сдохнуть, идите сначала рыбачьте. Пирн Осборн, 31 уровень строительства. Да ты прям магистр строительных наук, блин. Грязь. А что у нас тут? Тут грязи дофига. Ее нельзя никак перетаскивать. Унесите отсюда грязь. Нахрен всю. Пожалуйста. Фир дальше пошел тут строить. Это тоже полезное дело, с одной стороны. О, грязь начали перетаскивать. Молодцы. Наверное, вот это мы тоже все разберем. Вот так вот. И можно уже вот сюда долбиться, начинать. Ну да, почему бы нет? Так, вот так, вот так и вот так. Почему музыка заикается? Вот это вопрос. Так, все пошли спать. Свеколку посадили, рыбку наловили. Наверное, надо бы еще кровати поставить сразу. Хотя кровать высокого качества, льняное полотно нам надо, да? А это где-то в ткацком, наверное, да?
А, ну надо лен, правильно? Правильно. Лен у нас где растет? Тут. И где-то здесь еще лен был, насколько я помню. Может и не было. Ну ладно. Тут вот еще рос. Да, тут рос лен. В принципе, все хорошо. Так, Джеффри. Завязывай писать. В смысле, производство приостановлено. Почему оно приостановлено-то? Производство приостановлено. У нас есть рыба, почему бы нет? Рыбу же тоже можно? Да, можно вялить рыбу, отлично. Давай еще делай вторую. Кошку, кстати, по-моему, приручили. На складе мало продовольствия. Грибочки пошли. После дождя, кстати. Где еще рядышком есть грибочки? У нас на территории что-то грибочков немного. Вот грибочки, собирайте. Так, также сено нам надо. Ну и пока, я думаю, достаточно. Пир пошел ловушки ставить. Дело хорошее. Теобаль, ты чё спишь целыми днями? Чё у тебя не так? Ладно. Не хочешь это, иди сюда. Давай, рыбач. Ты там молишься какого-то. Давай, рыбач. Ты тоже молишься. Давай, рыбач. Ты пишешь, иди тоже, рыбач. Короче, рыбы должно быть много. Потому что у нас с едой проблема. Хвороста много. В принципе, пир доделал наш склад. Ну, почти. Сколько здесь температура? 3 градуса. А вот уже хорошо. То есть здесь мы делаем склад по умолчанию. Вот так пока что. И хранить еда, ингредиенты для брожения и семена. Корм, ну корм тоже давайте. Так, и поставим, соответственно, здесь полки для хранения. Вот так вот. По кругу. Будут полки, а остальное пусть хранится на полу. С деревом у нас вроде... проблемы не было. В
Плюс сейчас нам надо на военный склад зайти и посмотреть. Да, появились длинные луки первые. Обычное, грубое, плохое, грубое. Урон 4. А вот у этого лука сколько урон? Урон 2. Пир, иди экипируй. Дальше, Беатрис. Иди экипируй. А, недостаточный уровень. Хорошо. Грубое, плохое, грубое, обычное, грубое, обычное, обычное, плохое. Ага, 10 надо. То есть у нас ни у кого, наверное, 10 нет. Ну да. Только у Фира. Похоже. Ну вот у тебя еще. У тебя Бальда. Да. Снимаем с паузы. Все, погнали. Давайте тогда Беатрис дадим вот этот лук Фира. Он лучше. В общем, дел в непроворот прям. Я вам скажу честно. На вот эти что надо? Сено надо. С сеном проблема. Лен растет. Так, не хватает нам еще пока что для кулинарии, поэтому просто продолжаем смотреть, да? Также я хотел двери улучшить по-хорошему. У нас на них все уже есть. Канделябр, так, это понятно. Место для каравана, это понятно. Так, по поводу двери. Давайте попробуем. Что вы тут долбитесь? Молодцы. Где носится Фир, что делает, непонятно пока что. А, ну он продолжает строить оборону. Вот дверь снес, молодец. В приоритете, пожалуйста, построй дверь. То мало ли, что будет. У нас опять закончилась рыба. Ну, кстати, ловит, ладно. Молодец. Так, у этой двери 120 состояние, а у этой 500. Ну, сам Бог велел, правильно, поставить вторую дверь. На улей надо сено. Сено, сено. Надо много сена найти. О, ура. Вот это скосите все, пожалуйста. Да и вот это тоже скосите. Может, что-нибудь хорошее выпадет.
Так, дверь снес, молодец. Ну, давайте будет три двери. Почему бы и нет? Ой, извините. Ир, давай вот это построим. У нас как раз жители голодают. Вон же рыба есть, которые псины жрут. Так, кошка у нас есть. Можешь псину забить? Давайте толпой собаку забьем. И чё вы? Не понял. Вы не можете забить собаку? Ну выходи, псина. Ладно, не надо убивать, на волю ее выпустите. Надеюсь, вы на рыбалку. Да. Так, не филоним. Что у нас по поводу погреба? Пока что нифига, да? Но зато вот эта стена уже готова почти. Так, по чуть-чуть, и нормально все у нас будет. Грунт. Понятно. А вот это вот что это? Нет, это не известняк, да? Вот еще грибы. А вот это что? Грязь. Грязь. Так, ну, в принципе, у нас есть 9 рыбы. Морковка долго растет. Тут у нас семена. А свеклу собрали и что-то не посадили, да? Насколько я понимаю. Так, Фир, давай строй, и, наверное, будем ульи строить. Да нет, не это я хочу. Укрепленная дверь, пожалуйста. Так, с едой опять проблемы. Ох ты, блин. Я тебя голодом чуть не заморил. Ну ладно. Вот вы. Давайте сюда. Надо поохотиться. Где он без сознания? Вот. Так, этого унесли.
Этого, значит, охота. Отлично. Вот этого тоже сейчас забьем. Отлично. И вот этого также. Все, молодцы. Ты, значит, берешь вот этого. А, Фир, ты берешь вот этого. А Клеменция берет вот этого. Собака. Завалите собаку. Нет? Ладно, отмена. Ты бери вот это. Ты бери вот это. А ты бери вот это. Тащите домой. Так, а вот это у нас что? Глина. Так, у кого у нас готовка? Давайте смотреть. У тебя? Да, у тебя не особо. У этой 5 и у Фира 7. Так, давай. Ты, значит, мясо. Сырое мясо жрут, смотри. Вот дикари. Вот здесь нигде еды не должно быть. Что случилось? Теобальд готовит пищу. Готовит, молодец. Допер до этого. Кулинарное дело 30-22. Ну, давайте еще пишите маленько. Кстати, по поводу еды. Еда, давайте 30 пусть будет. Почему не пишется? 30 хотя бы. И для животных хотя бы 10. Вот так. Все, Теобальд сейчас будет готовить как не в себя. Тут 20, и тут 20. Блин, собаку надо, по идее, уже забить. Забейте ее. Может, кто-нибудь, у кого-нибудь получится? Конечно, я в этом сомневаюсь.
очень сильно. Обрадуйте меня, пожалуйста. Пол почти доделали, осталось полки. На полках еда, семена, материалы, какие материалы, ткани. Ну, ладно. Тот, то есть склад нам не нужен будет полностью, когда здесь достроятся полки. Там, значит, будем делать что-нибудь другое. Дверь так и не достроил, да? Это же слитки лежат. Да. Так, ну ладно, хоть поели. На том спасибо, как говорится. Тут стройка у нас продолжается. Наверное, я отменю пока что. Все-таки. Вот это вот дело. Потому что рановато. И сильно много у нас уйдет на это все дело известняка. Нам надо сейчас самое главное построить из него. Тут ладно, тут достраивайте, а вот здесь уже не надо. Отсюда на нас все равно не нападают. Ну тут доделать, тут уже кропаль остался. Так, ну если что, зимой будем забивать овец. Мы же можем их забивать, да. Причем они жрут как не в себе. Так, Ир несет на склад. Это хорошо, конечно, но... Так, нет, не эту дверь. Вот эту дверь. Давай построй, пожалуйста. Животные голодны. Так, животину кто покормит? Несет на склад. Давай ты. И у нас больше нет сена, товарищи. Лен наконец-то начал поспевать, созревать. Лен-то хорошо, конечно, но нам бы травы, по идее. Капустное поле. Поле травы. Вот это. Почему не садим траву? Семя трав. Так, дверь построил. Молодец, Фир. И уже почти достроили эту, да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на RUTube, чтобы не потерять со мной связь. Также не забывайте писать ваши комментарии под этим видео. Ну и, соответственно, ставить ваши королевские лайки, если вам понравилась данная серия. Плюс не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!